Стерлитаманки прошли учения МЧС, в которых участвовали малыши детского сада. А знают ли горожане, что делать, если вдруг в городе зазвучит сирена? Не знаю, домой пойду. 112 позвоню, и что это было, скажи им, я боюсь. Ответьте мне, пожалуйста. Оповестить близких, родных в первую очередь. Выйдем на улицу, посмотрим, что происходит. Звонить, наверное, в МЧС или там куда, полицию, узнать, в чем дело. Включу телевизор, в интернет посмотрю, что нужно делать по этому поводу. Собираем документы в леса. Детей, наверное, предупрежу сразу, маме позвоню. На работу тоже сообщу обязательно, что что-то случилось. Если вы находитесь дома, на работе, в общественном месте, услышите звук сирены, то необходимо включить телевизор или радиоприемник на любой местный новостной канал. А в местах, где из-за удаленности не слышно звука сирен и нет громкоговорителей центрального радиовещания, сигнал «Внимание всем» и речевую информацию будут передавать специальные автомобили, оснащенные системой громкоговорящей связи.